Приветствую всех на своем канале. Данное видео будет полезно всем мастерам, кто занимается укладкой различных там напольных покрытий. Вот. На другом объекте у нас укладываются вот такие вот бусинки. Вот. Будет это обрамляться у нас зеркало. Вот. Состоять рамочка будет из трех таких бусинок. И нужно для того, чтобы скрыть шов, который где-то там дальше в плитке, один ряд там сместить в сторону. Для того, чтобы его сместить, нужно эту бусинку распилить нам пополам. Вот. Пробовали разными способами, болгарки и все остальное, все это дело скалывают. Вот сейчас я покажу, как провести тонкую ювелирную работу вот на данном вот станке. То бишь, кладем бусинку. Ну вот, добились мы вот такого эффекта, вот практически без сколов, распилили мы эту бусинку на половинку, вот, что нам и требовалось. То есть в дальнейшем это будет выглядеть примерно вот так. Вот. Соответственно, у нас один ряд сместится в сторону, вот, и добьемся нужного результата, швы у нас в бусинках сместятся. Вот. Делайте толкую ювелирную работу, будет у вас хороший ремонт, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!